Всем пламенный привет всем подписчикам моего канала, а тем, кто еще не подписался, ну, прошу это сделать. Оцените это видео лайком, либо дизлайком, и оставить свой комментарий. В общем, сегодня мы будем раскрывать посылку из Китая очередную. Это, ну, скажем так, инструмент для личной гигиены. Если у вас есть дети, это будет незаменимая вещь в вашей дальнейшей жизни, потому что при помощи нее можно свободно почистить ребенку уши. Ну а также ее можно использовать в разных других назначениях. Где-то что-то подсветить, посмотреть. В общем, погнали. Итак, приходит все вот в таком пакете пупырчатом. Открывать будем нашим венгером, вернее, викториноксом. На подарок такой пакет не пойдет, и упаковку нужно будет делать другую. Приходит все в стандартном металлическом таком алюминиевом корпусе. Есть штрих-код. Мы видим, что данная вещь была сделана в Китае. Ну и теперь открываем и проверяем. В прошлом обзоре на такой же гаджет, только из пластмассы, он был намного меньше, и там было отделение, куда можно было прятать ушки. Есть такая большая лопатка, есть маленькая лопатка. Она вкручивается. Здесь резьба такая, вот, жестковатая. Батареек у нас здесь нет, значит, нам предстоит их поставить, чем мы сейчас и займемся. Попробуем батарейку АА, она сюда не входит, значит, следовательно, нам нужны батарейки 3А. И, судя по всему, их нужно две штуки. Ну, возьмем разных производителей. Закрутим все это дело. И она у нас светит. Вот. Выглядит это следующим образом. То есть подсвечивает очень хорошо. Очень удобно будет маме там, либо папе смотреть своему ребенку, что вы делаете. Но опять же, с этой вещью нужно быть аккуратнее, потому что уши у нас одни, а таких штук мы можем заказать несметное количество. Плохо, что нет отсека для хранения этих насадок, но он тяжеленький, выглядит добротно. Этой большой лопаткой еще больше видно, внутри все прям подсвечивает. Не знаю, видно вам или нет, но как-то так. В общем, кому интересен этот гаджет, ссылка будет в описании. Подписываемся на канал, оставляем свои лайки либо дизлайки. Всем пока!